Поменьше надо сегодня самопиара отдельным политикам, депутатам, чиновникам. И поэтому в первую очередь надо обратить на средства массовой информации, которые, кстати, тоже финансируются из областного бюджета. Посмотреть, какая информация там размещается, с точки зрения, что это, пиар. Значит, людей сегодня в большей степени, жителей Липецкой области, раздражает вот этот некий диссонанс, который происходит. С одной стороны, мы видим красивую картинку по телевидению и уверение чиновников о том, что экономика региона не пострадала, она развивается. А с другой стороны, мы видим острую нехватку бюджетных средств сегодня, ну, например, по тем болевым точкам, которые обозначили мои коллеги. Ведь когда нам здесь пытаются выдвинуть упрек в том, что вы вот начинаете говорить об этом, когда вот вам это нужно с точки зрения пиара, а вот когда принимается бюджет, вы об этом не говорите, это чистой воды неправда, это ложь. Потому что при каждом принятии бюджета вы прекрасно все, уважаемые коллеги, знаете и слышите, о чем говорят сегодня, ну, в данном случае, коммунисты, да? Они как раз и называют эти болевые точки, что не хватает сегодня социальных объектов, не хватает в новых микрорайонах, которые застроили частные строительные компании, не хватает сегодня средств на ремонт изношенных коммунальных сетей. Ну, в Липецке вы, допустим, протолкнули эту концессию, спихнули все сейчас на них. Но что мы будем делать с городами и районными центрами? Вот они сидят здесь, главы. Спросите у них, какое состояние у них водопровода, водоотведение там, где оно есть, электричество и прочего-прочего коммунального хозяйства. В каком оно сейчас состоянии? Ведь мы эти темы постоянно поднимаем, когда принимаем именно бюджет. А сейчас хочу обратить внимание на один момент. Вот когда правительство считает, что оно должно тратить деньги на покупку дорогой недвижимости, это дело правительства, лезть туда не нужно. Но это, простите, бюджетные средства, это не личный чей-то частный карман. Вы своими финансовыми ресурсами можете распоряжаться как угодно, но это деньги государственные, это деньги налогоплательщиков. И эти деньги могли бы пойти совсем на другие цели, ну, например, на строительство того же спортзала в школе. Понимаете? Вот о чем речь. Речь сейчас идет о приоритетах, которые надо сегодня расставлять в интересах жителей Липецкой области, а не ублажать свои личные амбиции и прочее, прочее, прочее. Поэтому соглашусь, давайте поменьше здесь самопиара, побольше конкретики, но если вы уж депутатам делаете предложение там, взяться за строительство спортивного зала, хотя это не наше абсолютно полномочие, но тогда чем будут заниматься, извините, органы исполнительной власти? Да для чего они нам? Для чего такое многомиллионное финансирование органов исполнительной власти, которые, как оказывается, ничего у нас сегодня не могут? Учить нас здесь финансовой грамотности, конечно, можно. Но вы тогда и сами, господа, учитесь. Потому что вы допускаете ошибки. И прокуратура Липецкой области вас уже очень часто стала поправлять. Слава Богу, надзорный орган на это стал обращать внимание. За что мы им выражаем благодарность. У меня все. Спасибо. Законопроект рекомендует принять его в двух чтениях. Прошу поддержать решение комитета. Решение принято.